система здравоохранения функционирует и финансируется бесперебойно. При всех наших проблемах, которые мы сегодня обсуждаем с вами, в том числе в ковидной ситуации, система здравоохранения не дала сбоев. Это, полагаю, это самое основное, то, что мы должны сегодня обсуждать. Мы не тотально, но пошли перепрофилировать коечный фонд в обратную сторону. В Минске второй родильный дом заработал. Мы перестали госпитализировать в гинекологическую больницу. Аксаковщина, которая была этап долечения, реабилитации, наполовину перешел на работу, на раннюю реабилитацию пациентов после инсультов, после операции на крупных суставах, после операции на сердце. Вот это самое мое, скажем так, вот здесь, вот то, что греет меня как профессионала. Очень хочется заниматься той работой, которой мы занимались до пандемии.